Конечно, мы часто ходим в гости, и осенью тоже. Интересно, какие цветы вы дарите своим друзьям? Если вы много знаете о своих друзьях и знаете, какие у них болезни и недомогания, то вы можете осенью принести вот этот букет. Это букет черной травянистой бузины. Представьте себе, может быть, сначала люди вздрогнут от того, что черный цвет. Это как-то мы не привыкли принимать с радостью, но тем не менее, если вы узнаете все про эти ягоды черной бузины, то вы непременно подарите их своим знакомым, тем более, если ваши знакомые уже немощны и больны. Это растение, которое в изобилии встречается на юге Украины, особенно оно у нас представлено широко. Это бузина травянистая. Это эффективное растение, очень эффективное, но почему-то оно как-то у нас вот не популярно, как-то его все обходит стороной. Все больше делают ставки на бузину древовидную. То есть она как-то и там воспета в песнях там украинских и так далее. Хотя по активности, по лекарственному как бы что ли приложению, она значительно уступает вот такой, не такой красивой бузине травянистой. То есть бузина травянистая сегодня показала свою эффективность в лечении очень тяжелых, трудных заболеваний, трудноподдающихся заболеваний современными средствами медицины, фармакологическими. Очень эффективно ее применяет болгарская медицина. Что же за направление главное у бузины? Почему? Потому что сейчас вот эти красивые ягоды, они немножко вызывающие. То есть, несмотря на то, что осень уже вступила в свои права, все-таки бузина, видите, как она разродилась хорошим урожаем. Ее, как правило, ничего не берет, урожай у нее всегда хороший, в отличие от других растений. У бузины целебно все. Если мы будем говорить, скажем, о корнях бузины, то сегодня это радикальный, я еще раз подчеркну, радикальный способ лечения тяжелых хронических заболеваний почек, именуемых пиелонефритами хроническими. То есть практически это очень сложная, скажем, наверное так, система заболеваний, то есть пиелит, пиелиты, цистопиелиты и пиелонефриты, тяжело поддающиеся современными препаратами. А если так более честными быть, вообще не поддающимся. Потому что сегодня препараты, химиопрепараты, антибиотики, они решают какие-то локальные задачи, но как бы природа играет на этой бесконечной шарманке хронических пиелонефритов, и люди, как правило, доводят до исступления, в общем-то, эти заболевания, особенно циститы. Особенно истязают они женскую, как бы, натуру, вот цистопиелиты, циститы и хронические пиелонефриты. Так вот, бузина является достаточно мощным аргументом, в ряде случаев единственным аргументом в лечении вот этих тяжелых заболеваний, именно корни бузины. То есть она активно влияет на один из самых таких распространенных врагов, вызывающих вот эти указанные заболевания, то есть эшерихия коли, то есть кишечная палочка. Наша кишечная палочка, которая живет в кишечнике, но попадая в другие, так сказать, части нашего тела, становится нашим стопроцентным врагом, победить которого практически невозможно. Так что вот бузина, отвар корней бузины, является радикальным, подчас незаменимым растительным препаратом, влияющим на эти процессы. Корни бузины снижают довольно активно уровень сахара в крови. Не так, может быть, как галега, но достаточно тоже весомый аргумент в лечении сахарного диабета. Но, как правило, точка приложения, я уже указал, если у мужчин это хронические простатиты добавляются, а в основном это
инфекционные заболевания почек. То, что касается листьев, ну, листва больше применяется при грипповых поражениях кожи. В основном, скажем, чем поднимаемся выше по растению, тем целебнее оно становится. Цветы бузины применяются при, опять же, то есть при тяжелых поражениях почек, но тут уже положение меняется несколько, применяется при гломерулонефритах. То есть здесь как бы не так выражено противомикробное начало, как больше выражено мягкое, деликатное, мочегонное, не раздражающее почечные эпители начало. Поэтому при всех видах гломерулонефритов, нефрозонефритов, ну и так далее, что не перечислять, неплохо влияет при застое мочи, при аденоме у мужчин, в запущенных формах аденомы.